Так начиналось путешествие трех странников, которые высадились на неизведанную доселе планету. Один шел с культяпкой вместо ножа, второй был просто темнокожим, а третий был необузданно красивой внешности, симпатичный, неотразимый и вообще хороший человек. Но мы не будем называть его имени, потому что мы и так знаем, кто это. Это я так, да, для затравочки. На всякий случай. Начало истории. Да, да. 4 часа. Йоп. Проспектор, how are you today? Oh my god. Fine, fine. Fine, fine? I'm glad that you are fine. Bro, I'm like a shit. Ну, братан, я, честно говоря, перебдел. Какой-то ты злой оказался. О, отлично. Чуть не забрал меня. Фу. Рядом. Сейчас, конечно же, с открытым сердцем. Да, сука! Очень неудобно все получилось. Сейчас меня походу примут. Да блин, да что ты, твою мать? О, пипец. Отстань, Джефф, пожалуйста, пожалуйста, не трогай меня, я хороший. Видели, да, я нажал все, что только можно было нажать. Чуть не откис, блин. Телек есть здесь внутри. Слышали, дверь закрылась. Наконец-то, блин! Сколько можно это терпеть? Да, блин. Сидим. Адвокат. Адвокат. Блин, у меня ж... Ты издеваешься? I'm not.
прикольцы, не приколятся. Они-то френдли, а я-то не очень френдли. Стоп. I'm not sorry. Ну, ребят, бывает и такая хрень. Давайте-ка восстановимся по-быстрому. Они все еще какие-то иллюзии пытают, что я их в живых оставлю. Серьезно? Так. Ребята, плюс 2 адвоката с синей брони. Просто первый заход, как вам такое? Они кричали френдли, но свинцовый дождь продолжал поливать их слабые тельца. Корок убийца в очередной раз нашел свою жертву. Меняем позицию. Блин. Мальстрём в упор меня разнесет, у него синяя броня. Чё это? Чё такое? Субтитры. Бусти. О, спасибо большое за подпись на Бусти. Я уж и забыл, как это звучит. Большое тебе спасибо за поддержку моего канала, моего творчества и за то, что ты такой офигенный человек. Вот так вот. Так, она сидит там, да? У нее шотган. Вон, смотри. Ой, зря ты так делаешь. Видите, как важна позиционка? Видите, как важна позиционка в этой игре? Очень важна, понимаете? Очень сильно-сильно важна. И да, здравствуйте. Здравствуйте, Double Life. Здравствуйте. Hello, my friend. Эх ты, курва. Слушай, нормально, да? Дай мне залутать этого чувака. Еще один. Отлично. Да блин! Упс! Ла-ла-лай. Где вопросы, где ответ?
Ну хватит уже. Я хочу домой. Дайте мне уехать домой. Я тоже не особо шарю. Золотые купола. Ножевик. Просто там все дело, блин. Прикинь, слепошара какой. Изи просто. Вот, ну вот как, смотрите, он заходит вот так. Он что, не видит, что здесь чел сидит на стекле? Я же говорил, я свободен. Вот этот неубиваемый какой-то жук нахрен. Дай мне лут забрать. Свободен как никто. Ай, бля, кому-то. Вот такой вышенный, вот такой ширенный. Засунул я ему член прямо поверх глаз. Не понял. Вот. What do you want from me? Crack. How do you know my name? You are cheater? Yeah, yeah. Really? Where are you? Yeah, really. Not my name. Wow, how do you... And how much does your cheat cost? Ты русский или что? Да, русский, русский. Ты серьезно видишь мое имя, что ли? Ну, да. Ну, блин, ну чего ты, братишка, ну, в самом деле, тебе так... Так по приколу бегать, что ли? Да. Ну, если что, я сейчас стримлю, можешь представиться, там, не знаю. Вот, играю за сайку. Что? Супчара. Сейчас посмотрим, что у него за ник. Клипайте, ребят! А, ну тут ник такой. Да, если вы высаживаетесь голожопами, не забывайте проверять вот такие капсулы, особенно у системы водоснабжения. Тут бывает, ну здесь очень редко, но бывает броня спавнится сразу. Но...
свой воин. Так вот, о чем я говорил. Плохая идея, конечно. Но так бывает. Ну вот, просто личная эвакуация на 31 штуку.